ней надо дружить, станете мудрым, богатым, будете долго жить. Сегодня отмечают Международный день черепах. Основные торжества проходят в экзотических странах. Впрочем, есть присмыкающиеся в Татарстане, которые прославились на весь мир. Дарья Турцева с подробностями. Эту любовную историю в зоопарке никогда не забудут. Теплые чувства возникли между Люсей и Ямалом. Вроде бы ничего особенного, ведь и зверям ничего человеческое не чуждо, если бы не одно «но». Люся – это черепаха, а Ямал – грызун. У них были трогательные отношения. Они не начинали завтракать, обедать, не дождавшись друг друга, пока один из них не проснется. Делили кров и пищу, жили долго и счастливо, но умерли не в один день. Ничего не поделаешь, таковы законы природы. Грызуны долго не живут, а вот черепахи, напротив, еще какие долгожители. С тех пор, как Люсинда овдовела, близких отношений больше ни с кем не заводит. Людям, которые не знают, да, все они думают, что черепахи довольно-таки неприятные, гораздо приятнее там трогать кошечку или собачку. На самом деле черепахи тоже привязываются, они узнают хозяев. Даже приходишь домой, и она уже ждет у двери, как будто вот знает, что в этот момент именно я вернусь. У Дианы Васильевой черепашка живет уже 10 лет, а вот у меня еще немного. Прошлой осенью досталась бонусом к урожаю, приползла к ногам на закате садово-огородного сезона. Так что это неправда, что мира за панцирем для черепашки не существует. Они очень общительные, любят людей и тянутся к ним. Ползет, как черепаха, говорит так только тот, кто черепаху никогда не видел. Неуклюжая, на первый взгляд, зверушка может так разогнаться, что не догонишь. В нашем черепашьем забеге победила дружба. Питомцы бежали друг от друга, а не в одном направлении. Наверное, испугались, потому что людей видят чаще, чем собратьев. Черепаха – символ мудрости, богатства и долгожительства. Поэтому фигурка черепашки – один из самых популярных сувениров. Талисман, живой он или нет, принесет счастье. Главное – верить. Дарья Турцева, Алексей Захватов, Ленар Хабибулин. Вести, Татарстан.